Ребятки, всем привет! Сегодня хочу рассказать вам то, что мне опять приснилось про перевал Дятлова. Когда я по вечерам думаю о перевале Дятлова, ночью ко мне приходит иногда озарение. И это уже третье или четвертое озарение. В общем, я просыпаюсь посреди ночи, и у меня в голове какая-то идея. И сегодня я проснулась, и мне идея не верить этой женщине. Значит, смотрите, Валерия Гаматина, вдова Геннадия Патрушева. То есть такая легенда у нее, что ее муж, военный летчик, занимался в 59-61 году, занимался посевами леса. Ну, в общем, за лесом на Северном Урале смотрел, да. И, значит, вроде он приходит к ней однажды и говорит: «Ой, я познакомился со студентами, Игорь Дятлов со своими студентами, они собрались идти на Тартен, я им сказал, не идите туда, такие хорошие ребята, там есть такая Зина Колмогорова, она такая же, как ты, веселушка-хохотушка». Ну, ребята пошли, потом вдруг он приходит такой весь черный: «Что случилось?» «Жена, ребята погибли. Нас подняли по тревоге, я полетел». В общем, он полетел. Я-то знал, куда они идут, да, типа, и сразу же туда полетел. Значит, и обнаружил порезанную палатку и два тела. Два тела, обратите внимание. Вот в этом фильме, этот фильм у нас «В поисках пропавшего Яка», 2007 год, значит, он видел два тела. А сам он, летчик Патрушев, вот он, обратите внимание, да, какой симпатичный парень. Вот он, летчик Патрушев. Геннадий Патрушев, ее первый муж. Так, вы можете сами посмотреть фильм «В поисках пропавшего Яка», 2007 год. И вот на 11.55 начинается этот рассказ. И, значит, ребята погибли, и он якобы первый, а в марте он два тела перевез. И перевез он два тела Люды и Коли. И называл он их по имени, как своих давних знакомых. Но, обратите внимание, в марте-то никого не находили. 26-27 нашли первые трупы, а остальные в мае нашли. Тем более Люду и Колю нашли в мае. То есть тут что-то Валерия Гаматина путает. Потом эта Валерия Гаматина, она во многих фильмах снималась. Вот, например, «Перевал Дятлова. Тайна раскрыта». Тоже Валерия Гаматина, вдова Геннадия Патрушева. И здесь она то же самое, в принципе, рассказывает. Единственное, что она рассказывает, что он уже нашел, с высоты полета он заметил 4 трупа. Вот в этом фильме она говорит, что было 4 трупа им замечено с высоты. И обратите внимание на портрет ее мужа. И вот портрет какой, совсем другого человека показывают. И, по-моему, это вообще танкист, да? Ну, в общем, как будто бы это Геннадий Патрушев. У нее тут он в рамке. Может быть, это ее второй муж, конечно, я вот об этом не подумала. Вот. И все на нее покушение. Муж-то умер через 2 года, разбился на самолете примерно в том же районе. Вот. Ну вот, в общем, здесь показывают в этом фильме, правда, РЕН-ТВ, насколько им можно доверять, но здесь летчик Патрушев совсем другой. Но обратите внимание, что этот портрет стоит у нее здесь, да, на полочке. Так, что еще? А, вот еще есть одно видео. Значит, здесь она тоже рассказывает 4 трупа. Так, кстати, я не помню. 4 трупа, ее 2 раза хотели убить. Все из нее, значит, в госбезопасности ее вызывали, спрашивали, что ей Геннадий рассказывает. Но она говорит: ничего он мне не говорил, но чего-то боялся. Вот сами можете посмотреть вот эти все ролики, вот эту вот фантазерку. Я ее так называю. Ну, может быть, конечно, я и ошибаюсь. Так, ну вот, и, значит, с другой стороны, во-первых, нету никакого упоминания о летчике Патрушева в дневниках дятловцев. Ни одного. А между тем, летчик Патрушев сам говорил, что все прям по именам их называл. Хотя они в своих книжечках записывали про всех интересных людей, которые они встречали. Вот, например, 100 вопросов к Юдину. Значит, на... Это у нас сайт Самлип.ру, да? Самлип.ру. И здесь у нас есть вот эти 100 вопросов Юдину. Вот смотрите, 4-й вопрос, его спрашивают: «Знали ли вы о том, что Игорь Дятлов в одном из городов гостиницы встречался с летчиком Патрушевым? Видели ли вы каких-нибудь летчиков? Если да, в каком городе? Видели ли вы лично
летчика Патрушева. Если Дятлов встречался с кем-нибудь по пути следования группы, он рассказывал группе о своих встречах и разговорах с людьми. Ну, в общем, Юдин говорит, что Дятлов при встречах с кем-либо из посторонних не мог разговаривать о каких-то походных проблемах. Он был самодостаточный человек, и даже внутри группы он никогда ни с кем не мог говорить о чем-то подобном. О летчике Патрушеве я не знаю. Если была встреча с Патрушевым, то она могла состояться только в Ивделе, потому что в Ивделе он там ходил куда-то во время остановки, пересадки. Он мог ходить куда-то в администрацию, за консультацией, куда угодно. А больше о летчике Патрушевом я лично ничего не слышал и не знал. Узнал я только после того, как об этом рассказала Гаматина. Узнал только со слов Гаматины. Но если вот такая близкая встреча с туристами и разговором, то могло быть только в Вижае. Но что Патрушеву делать в Вижае, аэродрома там не было. Короче, ни в дневнике, ни в каком дневнике, никаких упоминаний о летчике Патрушеве у дятловцев не было. Потом Гаматина то такой портрет показывает летчика Патрушева, то такой портрет летчика Патрушева, то он нашел два трупа, то он нашел четыре трупа, в марте переводил. Короче, в словах вот этой женщины, я бы посомневалась. Поэтому я вообще ее словам доверять не буду. Ни про каких летчиков Патрушева больше слышать не хочу. Никаких летчиков в уголовном деле нигде не было. Вот такие сны мне снятся. Ну все, до новых встреч, пока.